На этих снимках храмы, духовный центр армянской апостольской церкви Эчмиадзин и, конечно, природа этой древней закавказской страны. Всего 82 фотографии. Николай Бабаянц сделал снимки в 2013 году во время недолгого визита в Армению к своему школьному другу. За 5 дней, что мы там были, тяжело было объять все, вот, все, чтобы выразить и культуру, и быт, и нравы, обычаи народа. Кроме того, нужно было уделить внимание еще и другу тоже, как-то его гостеприимству приходилось разрываться. Выставка наполнена не только фотографиями. Здесь представлены традиционные армянские ремесла, ковры ручной работы, изделия из обсидиана и дерева, костюмы. Экспонаты собраны членами армянской общины. Даже находясь далеко от исторической родины, они продолжают интересоваться жизнью и культурой своего народа. Зодчество, а музыка, а творчество, а ковры какие армянские, а фрукты, вина. Слушайте, ну, до утра будем говорить. Ну, естественно, что это не все, но желание было максимум представить, чем возможно. Еще один из даров армянского народа миру – национальная музыка. Под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна Брянский камерный оркестр исполнил произведение Комитаса, основателя армянской композиторской школы. Артемий Маркелов, Владимир Сидоров, события Брянск.